Если заболеваемость продолжит расти, следующий ковидный госпиталь развернут на базе санатория Лузом. Учреждение пополнит коечный фонд на 150 дополнительных мест. Накануне глава лично осмотрел условия, в которых потенциально будут пребывать пациенты с легкой формой. Важный момент. Такая необходимость не будет прерывать текущие заезды по путевкам. Напомним, первый такой временный госпиталь в статусе отделения Республиканской клинической больницы открылся с этого понедельника на базе детского лагеря «Гренада». Он дал 200 мест.